Доброго времени суток, дамы и господа. Решил запустить такой давно забытый режим в GTA Online. Это маньяк, режим маньяк. То есть тут мы играем за маньяка, и у нас есть жертва. Сейчас объясню, что тут происходит. Подождите, происходит выбор костюмов, ладно. Не будем на этом зацикливаться. В общем, описание написано, в принципе, вы сами сейчас видели там текст. Мы сейчас появляемся в абсолютной тьме в роли маньяка. У наших жертв есть только фонарики, а у нас есть, насколько мне известно, ночное видение и дробовик. Соответственно, нам нужно найти их сейчас, этих подонков будет в этом помещении, всех перестрелять. Если я не успею это сделать за определенное время, то меня завалят. Так, подождите, походу ПНВ у меня нету. Да, у нас есть фонарик. Ладно, будем играть от первого лица. Вон, кстати, кто-то побежит. Вот они, гады. Вот вы, вот они. Вот он спрятался, смотрите. Сейчас мы его поймаем. Ну вот так вот. Это было просто. Так, начался второй раунд. Мы опять за маньяка. Как я понял, роль маньяка занимает тот, кто его убьет. То есть, соответственно, кто меня убьет, и станет маньяком. Ну что ж, мы, естественно, не допустим этого. Вот они, кстати, вот они, смотрите, смотрите, ходят. Интересно, они меня видят? Вон они ползают, смотрите. Ну-ка. Опа. Минус один. Давайте в рукопашную попробую кулаками сейчас добить. Раз, два, три, ну-ка. На, по роже, на, по спине. На, получай. Куда он пошел, блин? Твою мать. Убегает. Тихо, тихо, тихо. Он бежит, бежит от меня. Беги, беги, беги. На, ух ты, сука. Блин, от первого лица это... У него нож в руке. Ну. В принципе, я на это рассчитывал. Наконец-то. Теперь мы... Жертва, так скажем. У нас есть только фонарик. У маньяка есть только дробовик. Выключаем свет. И ни хрена не видим. Хотя тут на самом деле не такое же темное помещение. Есть помещение совсем темное, где ни хрена не видно. А тут еще какой-то день, блин. Так, у нас тут пока что. Мне эта музыка пугает. Не слышно. Из-за музыки шагов не слышно. Кто-то может подойти сзади и меня грохнуть. Это неприятно, конечно. Так. Походу мы в тупик пришли. А, сука, 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 вон он. Так, ну тут мы включим третье лицо, потому что, сами понимаете, приходится прятаться. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда, иди. Открывай дверь. Оп! Твою мать! По почкам, по голове! На, тварь! Вот так вот. Так, вот начался еще один раунд. Людей... Как вы видите, не особо много, к сожалению, потому что режим, наверное, все уже забыли. Хотя, блин, классный режим все-таки. Что ж, ладно, давайте попробуем их найти и ликвидировать. Точнее, его, потому что он один тут бегает. Мы играем за жертву, кто не понял. Спрячься от маньяка. Да, по идее, тут надо реально спрятаться, подождать, чтобы вот 2 минуты прошло, у меня появилось оружие. Вон, видите, уже убили, короче, мы один на один с ним остались. Ну ничего, мы же хитрые, блин. Смотрите. Так, блин, ладно. Сейчас мы вмажем. Сейчас мы вмажем в натуре. Так, хотя ладно, давайте спрячемся. Оп. Теперь нужно выждать. А, вот он, походу он меня увидел. Смотрите, блин. Так, побежал. Он не видит. Походу заметил. Так, надо теперь... Вот! А, твою мать! Попадает! По роже! Вот так вот. Вот и все. Фух. Так. Продолжение. Требую продолжения банкета. Раунд 1, маньяк 3. Называется карта. Читер, фу... Обозвали читером. Какие-то дети. Как с ними говорить? Что нажать надо? Блин, сейчас я вспомню. Как тут говорить? Подождите, я хочу говорить. Мне есть что сказать.
Я иду за вами, детки. Ваши мозги будут разбиты по всей палубе. По всей палубе. О-о-о. Куда же ты спрятался от меня? Я знаю, ты здесь. Выходи. Я вижу тебя! Что-то как-то просто. Ты как нас так завалил? Чего? Как я вас завалил, блин? Блин, а в натуре как я их завалил? Сколько тебе лет? Черт, момент загрузки нельзя говорить. Сейчас я ему строю, блин, так что... Что ж, повторим. Эстафета не была передана. Так. Руки вверх. Руки вверх. Ай, б***ь. Чувствуете запах крови? Он повсюду. Так, где же он прячется-то? Сейчас я его найду. Так, это, блин, тут неудобная карта на самом деле. Мне она не очень нравится. Она вообще какая-то яркая, блин, тут нигде не спрячешься даже. Так, ну он по-любому где-то внизу, блин, сейчас. Где-то спрятался. Как это место называется? Я знаю, ты где-то здесь. Где ж ты, мать твою, блин? Куда он? Где он спрятал? А! Я тебя вижу! Беги! Он за мной бежит, блин, какого хрена? А, он реально убегает, тихо-тихо. Беги! Но ты не убежишь! Получай. Ну блин. Тварь какая-то. У них бомбит, походу. Ну ладно. Еще, короче. Да, веселый режим. Жаль, что в него никто не играет больше. Кроме вот этих детей, блин. Ладно. Но они, походу, случайно сейчас зашли, блин. Чисто по приколу, блин. Ну так же, как я. Не ходите вниз. Так, давайте подумаем. Я слышу... Я тебя вижу! И тебя! И тебя! Я вижу всех! Стоять! Руки вверх! Но я же предлагал, блин. Ладно, короче, мы победили. Фу, крыса, крыса! Хлыфа, хлыфа, блин. Так, ну что ж, опять эти... жертвы. А давай в кладовку пойдем.
Я так понял, они, короче, вместе, типа, друзья, блин. Еще сейчас давай мы... Давай в кладовку пойдем. Кому он это говорит? А, это мне, наверное, говорит, потому что мы вдвоем, блин. Не пойду я с ним в кладовку, блин, еще обвинят, короче, в том негативстве. Так. Давайте, запускайте, блин. Так, сейчас главное не сдохнуть. Не пойду с ним в какую кладовку, блин. Что он там мне... Что такое? О, да, фонарик. Надо бы запихать этот фонарик в одно место. Так, выключите свет. Мне так некомфортно. Это он? Блин, я эту карту вообще не знаю. Так, 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 так. Было бы гораздо эпичнее, если бы они оставили только первое лицо. Нет, чувак вообще не палится, блин. Тут чат все слышат. Даже вот этот чувак, он типа понимает, он говорит, пойдем в кладовку, блин. Хотя в какую кладовку он так и не утащил. Но если она тут одна, то это такой фейл просто, потому что он уже знает, куда он пошел, блин. Так, ладно. Так, это он бегает, наверное. Отличный способ открыть двери. Просто ударить фонариком по ручке. Вот так вот. Так-так-так. Ёпта! А, они меня ищут. Так, прячемся. Прячемся. На, бля! Сука! Увалил. Увалил, короче, ладно. А я не понял, а чё это они вместе бегают, блин, маньяк с этим? Чё там, по скайпу трепятся, что ли? Так, он, короче, сливает инфу, блин, я понял. Это не спортивно. Я, короче, понял, он, походу, с ним по скайпу, типа, сливает ему инфу, блин. Вот такая вот фигня. Ну что ж, надо, короче, его наказать за это. Сейчас я... Так, это этот придурок побежал, это точно не тот, кто мне нужен. Стоп, сзади кто это? Кто? Да по-любому за мной бегать, типа, говорит ему, где я, типа. Смотрися. Так, это я... Да как тебе вмазать-то, блин, задолбал? Сейчас я твоего друга на кусочки, блин, буду... А, вот он. Тихо. Давай, заходи. Твою мать, вот скилл. Блин! Твою мать! Так, нужно что-то сделать. Блин, конечно, можно сейчас где-то спрятаться, подождать, пока мне дадут пушку. Там мне хочется его фонариком отметить, это куда эпичнее. Только что-то тут система ближнего боя, я не могу понять, как она работает. Вон, опять кто-то бегает. Это он. Нет, это не он. Так. Да что нет, ты бегаешь за... Сюда, ко мной. Это ловушка, да? Нет. Так. О-о-о! Сюрприз! Да! По морде! Бей! Да пей, блядь! Да! Да! Ну и рожа у нас, блин, хочу такую маску в реале. Классная вообще. Четкая такая. Ну что ж, где они? Давайте, короче, засаду устроим на них. Давайте в засаде посидим сейчас. По-любому они сами сюда прибегут. Надо просто выбрать место. Вот, допустим, угол. Берем угол. Давайте первое лицо, так эпичнее. А, тут нельзя, походу. Фонарик я видел, спалился. Так, ладно, пойдем.
Такой вообще Counter-Strike, блин. Так, эту дверь можно открыть? Нет. Что-то я не понимаю вообще. Так, бум-бум по карте как-то ориентироваться, стараться. Сзади никого. Я тебя вижу. Лежать. Интересно, почему тут дверь открыта? Так, блин. Где же он может быть? Ах, он где-то сидит и ждет. Вот какая-то комната, смотрите. Кладовка. Вот про эту кладовку он, судя по всему, и говорил. Кстати, классное место. Надо запомнить, запомним. А, ну... Чё это было? Кто-то ударил меня? Да куда он спрятался-то? Тут я был, отсюда мы начали. Его не может... Карта же маленькая, по идее. Шаги? Блин, 30 секунд осталось. Сейчас будем на равных. Я не хочу с ним... А, туалеты мы не проверили. Ну-ка, ну-ка. Вот и все. Тварь, дебил, собака. Тварь, дебил, собака. Класс. Блин, давайте попробуем, короче, пусть они меня убьют, я не знаю, получится у меня или нет. А, тут нет оружия, блин. А, есть, есть мачете, и попробуем, короче. Я не знаю, насколько это эффективно. Так, сейчас мы камеру сменим. Попробуем с мачете. Ну, убьют так убьют, ладно. Так, короче. А вот и я. Блядь! Плохая идея, короче, была. Ладно. Так, мы в качестве жертвы. Это не есть хорошо. Давайте где-нибудь... Опять сейчас инфу будет сливать. На, блин. Смотрите, палит меня, палит. По скайпу сливает инфу. Подсвечивает меня, блин. Как беспилотник. Да чё ты пристал-то, а? Это не спортивно. Ты. Ну, кто из нас кто? Кто из нас кто? Я тоже сейчас фонарик возьму. Оп, оп. Смотрите. Блять, не получилось. Короче, будем от обоих прятаться. И от этого, и от второго, блин. Давайте посмотрим, что они делают хотя бы. Да. Ублюдки. Решили разборки в туалете устроить. Надо, короче, разобраться, как нормально бить, блин. Что-то я не могу понять. Я жму одну кнопку, это по-любому какая-то же, типа, система есть наверняка, блин. Примитивная, но система. А что он делает? В рукопашную хочет. Кстати, в рукопашную. Так, вот сидим в туалете, судя по звуку. О, как он тактично-то ворвался. Он не ожидал. Так. Куда это он, блин, зашел? Что ж, наконец-то набралось достаточное количество людей. Даже, да, много людей у нас набралось. Включил он, наконец-то, первое лицо. Вот они, наши жертвы. Хотя, судя по всему, в этом случае я, наверное, буду больше жертвы, потому что 2-3 таких типа на меня выбегут, и все, блин, и конец. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожным. У них серые костюмчики, хрен их найдешь, блин. У меня еще какая-то тыква оранжевая.
Что ж. Так, подождите, я включил первое лицо? Да, первое лицо, все, зашибись. Тут еще туман какой-то. Опа. А вот и они. А вот и они засветились. Первая наша жертва. Куда я побежал? Так, главное, со спины сейчас, чтобы никто не подошел, блин. Хедшот. Так. Нужно было останавливаться. Тут карта такая достаточно длинная. Вот эту карту я помню. Так, так, так. Привет. Думал, не замечу. Сколько их осталось? Еще 3 человека. Это дверь? Нет. Но они, походу, спрятались, блин. А вот тут фонарик как-никак кстати, потому что, как видишь, сразу туман пропадает. Поэтому сейчас будем все углы осматривать внимательно. От первого лица, от третьего... Да, от первого лица так особо в углу не посидишь, блин. Так. Где вы есть-то? Да иди нахуй! Уёбок ебаный, сука! Съебался, сука! Нихера себе. Сука. Допрыгались. Смотрите, еще один. Все, полный комплект. Ну что ж, думаю, на этом можно заканчивать. Вот такой вот достаточно интересный режим. Не знаю, как вам, но мне этот режим очень нравится. Единственный минус — это сессии собираются действительно очень долго. И нужно ждать по 30-40 минут, пока не наберется хотя бы там 3-4 человека. Не знаю, с чем это связано, но так или иначе режим достаточно классный. Что ж, спасибо всем, кто посмотрел данное видео. Всем пока.